Моргин обязан Милохину. Еще совсем недавно все говорили, что Милохин сидит на шее у Моргина. Однако сейчас стало понятно, зачем Алишер приютил Даню в свой дом и купил ему машину. Все дело в лютой энергетике Милохина и отсутствии мозгов, как сказал сам Моргин. Глядя на то, как Милохин передвигается по дому с альтухами, у Алишера появилась теория, что энергия дается на весь организм. А так как Данька почти не включает мозг, его энергия выходит наружу. Моргин решил сделать так же, меньше загоняться и больше заниматься делами. Именно поэтому он стал таким продуктивным в последнее время. Главное не вести себя как Милохин на экзаменах, а то тоже придется переезжать к Моргину.